все. Морали нет. Да, причем забавно, там в самом верхнем городе был какой-то портал в нижний город. А я в итоге полностью прошел континент и дошел до этого портала пешком, получается. До нижнего портала. Так что мне порталы не нужны. Угу. Не, метро выгоднее, оно, по-моему, быстрее просто. Я полчаса уже на этой сраной птице лечу. Никто тебя почему-то обогнал, когда ты пошел на метро. Потому что я в метро долго ждал поезда. О, это не делает метро быстрее, правильно? Ну это... Я не знаю, что мне сказать. Надо просто бросить загадочный взгляд в мексиканской шляпе. У меня, к сожалению, нет вообще шляпы. Даже мексиканской, даже какой-либо другой. Я думаю, что я уже 20 тысяч опыта набрал, убивая этих тигров. Да все, я уже лечу. Вы должны понимать, это просто от единицы времени потрачено на то, чтобы я был богат. Мишань, любое количество времени это от единицы. Это правда. Что не отменяет моего утверждения. Но это, к сожалению, делает его, дискредитирует в наших глазах. Его обесценивает. Я не знаю, как... Я могу хоть что-то сказать, чтобы это было не обесценивало. Ты опять умираешь, что ли? Не-не-не, все под контролем. Все под контролем?